Ребята, всем привет! Это Паша Веспер, добро пожаловать на канал. Это вторая серия по игре Супермаркет Симулятор. Будем развивать бизнес. В первой серии, в принципе, денег заработали. Но я бы не сказал, что прям супер быстро развивается бизнес. Сегодня будем продолжать. Галя отмена так и не нашлась. Я думаю, что наймем продавца. Думаю, хватит денег нам в этой серии. Но это не точно. Давай проверять, давай вспоминать, чего мы там, где мы там, на чем мы остановились. Будем дальше продавать продукты, расставлять на полки. Вообще очень интересный, конечно, геймплей. Очень интересный, очень увлекательный. Ночь! А что, я ночью закончил? А почему ночь-то? У меня ночью магазин не работает. Не работает магазин ночью у меня. Так, а все, надо день завершить. Я понял. Я не завершил в прошлой серии день. Давай сразу посмотрим. У меня в корзине, по-моему, натыканы продукты. Но так как ночью их нельзя было заказать. Да, все круто. То есть у меня даже работа проделана. Все, завершаем день. Сколько мы там заработали в прошлой серии? Давай, давай, пока. 500 баксов! Бачей, нихера себе! Все, начать следующий день, ебать. Ну погнали. Погнали, нет, начинать рабочий день мы не будем, магазина. Сначала закажем продукты, сделаем вот эту вот рутинную работку. Рутинную работку. Так, купить. Злаки, черный чай, мука, молоко, сыр, яйца, нарезанный хлеб. Да я это все расставлять задолбаюсь. Задолбаюсь, я помню, здесь очень быстрые курьеры. Да, так и есть, накидал мне коробок и исчез, даже не поздоровался. Свинья. Так, хлеб был у меня. Давай немного расставим еще хлеба. О, слушай, нормально. Так, на что там бросить? Я не то, что прям бросить, я поставить хочу, прям бросить. Не, не надо бросать. Если бросишь, там хлеб помнется, хрен продашь его потом. Так, муку сюда. А все? Кончилось? Муки мало в коробке. Это что такое? Это чаек. Чаек! Чая много, ты посмотри, как чай реально выгодно продавать. Чая дохренище. Так, и чё? Молочище. Молочище в холодище. Вот сюда. А молока тоже много, молока тоже. Молоко тоже выгодно продавать. Окей. Так, это чикапики. Я помню чикапики. Это медвежатные хлопья. Все не влезут, одна остается. Блин, не знаю, полку ради одного чекапика. Хорошо, я вроде не так много товаров заказал. В принципе, все должно влезть. Это что такое? Это сырок. А сыр не влазит. О, щит. Сыр некуда девать. Хорошо, сыр тогда вот сюда пока. Так они будут приходить жаловаться, говорить, будут... Нет сыра у тебя, плохой магазин. Надо тогда, чтобы молоко или воду раскупили. Окей. А им ничего страшного, да, что у меня здесь бардак такой? Может, у меня склад какой-нибудь? Вот, кстати, есть склад. Я могу им пользоваться? В смысле? А как я здесь? Может, у меня кладовщик потом будет какой-нибудь? Ладно, начинаем. Начинаем работать. Все, магазин открыт. Где огромная очередь из желающих купить молоко, хлеб? Хлебом молоко. Никого не вижу. Никого не вижу. Хорошо, пока никого нет, давай посмотрим. У меня 7-й уровень магазина. 7-й уровень магазина. Менеджмент. Я помню, там был менеджмент. Так, нет, менеджмент — это лицензия на товары. Вот найм. Смотри, дневная зарплата $80. Автоматизируют кассу. Стоимость найма 100 баксов. Оформить заказ, да, мне еще 50 товаров надо пробить. И 10-й уровень. В принципе, набьем, я думаю, что Галю сегодня наймем какую-то. Очень хочется, но надоело продавать вот это все. Надоело, я лучше зарплату буду платить и сам бегать продукты заказывать. Оформление тут развивать, деньги просто приходишь, собираешься, на кассе не стоишь. Удобно, тебе говорю. Так, хорошо, смотри, что купил. Много чего купил, чем рассчитываешься? Карты, хорош. Так, 17.30. 17.30. Все, иди домой. Иди домой, кушай, радуйся. Там стримчики смотри, какие-нибудь видосики мои, например. Так, 20. 10. Все. Сыр не... Вот, я говорил, будут жаловаться. Две пачки чая. Ни хрена ты чай хлеб. Так, 13. 20. О, а, 80. Да, я смотрю, почему 20. Почему 20, говорю? Так, девчуля. Что-то берет. Ой, набрала. Там набрала. Ого! Слушай, ты хороший покупатель. Так, что-то... И безда... Блин. Сердечко лови. Лови сердце. Сердце мое теперь твое.
Вдвоем нагнулись. Так, вода, вода и яйца. Вода и яйца, 20 центов тебе сдать. На тебе мелочью, понял? Мне не понравился. Одни яйца берешь, да блин! Так, ты... Вот, ты хорош. Ну ты в пиджаке, сразу видно, ты какой-нибудь там директор. Вот это вот все. Так, что карта? 27. Конечно, ты вон сколько всего набрал. У тебя денег, наверное, много. Директор в галстуке. В пиджаке и в галстуке. Ходит в пиджаке и галстуке. А я продавец. Так, водичку они еще не разобрали. Блин, ну сыр хочется выставить. А второй холодильник покупать сейчас, ну как-то... Я Галю хочу нанять. Блин, или что, второй холодильник поставить? И полка нужна. Надо расширяться. Надо расширяться. Вот, набрала наличка. Так, 15. 8. Молоко. Молоко. И в другом магазине молоко покупай. Хоть без дачи. Сан, сыр. А. Макароны кончились. Так, 19. Ладно, срочно идем макароны. Макароны! Макароны. Макароны, 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 макароны. Надо макароны заказать. Две сразу берем. Погнали купить. Полетели. Коробки принесли. Да, есть. Сейчас, подожди немного. Макароны выставлю. Ага. Сразу бери там их. Блин, хорошо, что не нужно по одной расставлять. Вот это, конечно, игра позаботилась. Так, об игроках, об геймерах. Так, карты рассчитываешься. 25. 10, отлично. Так, ты че? Ну, воду свою паршивую взяла бы, водохлебщица сраная. Вроде не жарко на улице. Вот, вот, вот это я уважаю. 31,90. Ну, сыр не нашел. Да знаю, что сыр. Сейчас яйца разбирайте. Но зато яиц не будет. Надо, чтобы воду либо молоко разобрали. У меня задвоенный продукт. Слушай, давай холодильник второй закажем. Короче, надоело мне это все. Подождите. Подождите там. Мебель. А, второй холодильник. О, большой может холодильник взять. Реально. Че мне маленький брать? Давай сразу. Да не, давай маленький закажем. Маленький закажем, похрен. Пока так. Пока так пойдет. Так, что там? Очередь скопилась. Тык-тык-тык-тык-тык. Все, я сейчас быстро все пробью, сосканирую. Я нормальный продавец, быстро все делаю. Ага. Что там? Даже не понял. Без дачи, что ли? Ни хрена себе. Ой, ФБР! Ко мне ФБР! Блин, вы из налоговой, что ли? У меня все хорошо, я налоги все плачу. Или может он из людей черным? Сейчас мне вместо карточки вот эту вот херню я все забуду. И он у меня кассу все обчистит. Я боюсь брать. Я боюсь брать, ладно. Но деньги все. Так, 33. О, вот это самая, по-моему, большая покупка. 44,70. Нихера себе. Так, 40 центов тебе. Все, забирай, уходи. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. 25,20. Есть. Все, подожди, у меня там занятия вообще-то есть важные. Холодильник второй поставить. Не мешайте мне, покупатели. Я вас всех люблю, вы мне деньги приносите, но надо холодильник поставить. Красиво надо ставить сразу. Вот так. И смотри, что у меня есть. У меня сыр есть. Чтобы вы мне не говорили, что нет сыра. Ага. Свет включить. Оп! Чай и вода. А сахар? Так, 20 центов сдать. Забирай. А, карта. 17. 10. Яйца кончились. Да ёпара с этой. Ладно, давай сразу посмотрим, что кончилось. А, так, блин. Что кончилось? Мука явно кончилась, да? Подожди. Сложно. Муку одну возьмем. А, яйца две штуки. Яйца две штуки. Что мы еще можем? Да сейчас все сделаем, подожди. Мое. Так. Сколько я тебе сдать должен? 19,20. Что-то я запутался. 19,20. Все, забирай, иди домой, кушай. Ага, муку взяла. 3,70.
Давайте уже под закрытие. Магазин закрывается через полчаса. Быстрее. Рассчитываемся, уходим. $1.40. Мне тут своими делами надо заниматься вообще-то. Я бизнесмен. А? Так, кофе, по-моему, кончился. А. Масло есть еще? Масла нет. Да погоди ты. Масла нет, ага. Водичку свою взял. Личка. Разменять деньги пришел, так и скажи, водичку он взял. Жвачку бы хоть взял еще. Ага. 6.90. Да магазин закрыт. Чисто за маслом пришел, да? Хорошо, давай. Без дачи. Ну, без дачи надо давать, когда магазин закрыт, чтобы быстрее было. Вообще не уважают труд. Труд не уважают продавцов магазина. Так, яйца есть. Магазин закрыт, тебе говорят. Оп. Это, кстати, у меня что такое вообще? Хлеб? Ем. Так, ты масло взяла. Угу. Наличка $1.20. Я тебя видел уже. Ну, кстати, это постоянный покупатель, он все время приходит. Все время приходит. Давай думать. У нас яйца кончились, я их вроде уже тыкнул. Давай смотрим в корзине, что у нас. Яйца я тыкнул, ну давай. Давай посмотрим. Да, яйца аж две штуки я тыкнул, они кончились. Молоко есть, вода есть, сыр есть, кофе. Да все, в принципе. Все, в принципе, все готово. Заканчиваем рабочий день. Хорош. 9. Недовольный покупатель. Смотри, кофе подорожало, злаки подорожали. Чай и масло подешевело. Чай и масло подешевело. Не понял. 3.60. Подожди. Че так дешево? Я же, подожди, я пишу уже. 3, чего? Я не нажал, что ли? Почему не пишется? Я не понимаю. Я цифры пишу, она не пишет. А, вот. Так, а что тебе надо было? Все, 3.60. А, я уже забыл, чего там подешевело, что подорожало. Давай все цены смотреть, я не знаю. Нет, здесь нормальная цена. Здесь 3.96, нормальная цена. Здесь 5.80. Здесь тоже все нормально. Все замечательно. Макароны как себя чувствуют? О, макароны! За треху можно продавать теперь. Так, теперь в холодильнике посмотрим. По 80, все в порядке. 3.60. Вода. 2.90. Да, остальное вроде нормально. Я не знаю, что они там мне писали. Так, заказываем. Купить. Так, это маслица. Смотри, полки пустые. Полки пустые. Все разметают у меня просто. Ага. Яички. А где вход-то? Яички. Может, побольше товара взять? Прям набить полки, знаешь? Чтобы на следующий рабочий день не надо было вот это вот все. Так, мука. Сейчас мы посмотрим, что у нас еще не хватает. Я думаю, прям реально набить полки, смотри. Хлеб надо заказать. Сусу у меня дофига. Так, а не, хлеб. Понимаю. Сыр точно можно еще взять. Чикапики. Чикапики есть. Хлеб есть, мука есть. Сусу есть, макароны. Макароны есть. Вода. А что тут еще-то? Кофе, яйца, молоко. Кофе. Яйца, молоко. Чай. У меня все есть. Хорошо, а что берут часто? Хм. Давай молока тогда еще возьмем одну. Еще чай. Чай выгодный, я помню. Чай выгодный, я помню. Давай его возьмем и полки набьем, чтобы пустых полок не было. Чая до хрена. Ты посмотри, как много его. Очень выгодно. Мы его взяли, я думаю, это надолго. Так, молочище. Вот, отлично. И вон там полка пустая. Супер. Просто супер.
И сырка еще вот сюда. Офигенно. Смотри, все, товара куча. Все полки забиты, ну плюс-минус. Вот это я понимаю, вот это хорошо. $300 у нас еще есть. Может быть, лицензию какую-нибудь посмотреть. Менеджмент, лицензии. 400 счета развития. Купить этот участок, чтобы расширить супермаркет. Расширить необходимый уровень магазина 4. Так а нафига мне расширять? Я здесь еще смотри, сколько полок могу напокупать. Давай лучше... давай лучше возьмем полки, мебель. Давай еще полку возьмем. За $200, да. Может еще продуктов наберем каких-нибудь. В целом не важно каких. Просто чтобы все деньги сейчас в расход пустим. Вот, отлично. Зато мы заработаем, просто офигеешь. Все падает, смотри. Заработаем как надо. Как ее поставить? Так только? Блин, да как-то неудобно. Ладно, давай вот так. А вот так можно? Нет, так нельзя. Только вот так. Окей. Ага. Да, ну надо расширять бизнес. Расширять бизнес, горизонты. Все, супер. Чтобы люди пришли и такие, о, ни хрена себе. Сколько у них всего, какие молодцы. Какой вообще владелец магазина молодец. Вот так они подумают. Хорош. Чикапики, все, супер. Блять, наехал на мою пудру. Прикинь, а вдруг помял. Все, начинаем работать. Ты посмотри, просто магазин-то расширяется, растет. Так, я открыл же, да? Да, открыл. Ну, супер, работаем. 10-й уровень магазина хочется. Хочется 10-й уровень магазина. Потому что хочется уже не самому за кассой стоять. Я надеюсь, в этой серии успеем. Но что-то мне подсказывает, что можем не успеть. Потому что медленно уже опыт идет. Так, все. Купил, ага. А, что там, что там, что? Надо быстрее, 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 быстрее всех рассчитывать. Все, $40 вернулось. Ну, затрат, прикинь. Затрат было очень много. Очень много расходов было. Мы и холодильник купили, полку. Закупились, ты посмотри, просто товарами. Изобилие! Изобилие. Изо, как будто урок такой в школе. Изобилие. Вот. Изобилие. Чая набрал. Вот скучно продавцам, прикинь. Они просто стоят и смотрят, как покупатели что-то там берут. И все, и больше нечем заняться. В телефоне нельзя, музыку слушать, ничего нельзя. Стоишь на ногах, смотришь, как они что-то ходят, берут. Слушай, а что ты взял-то вообще? Так, 3,70. Скукота. Чикапики. Так, за 5,80, отлично. Ага. Чаек берешь, красава, без сдачи. Смотри, деньги, деньги возвращаются. Все, все вложенное до копейки приумножится. Приумножится, принесет мне оверприбыль. Эти вложения, они были явно не зря. Я так считаю. 11 утра еще, еще работать и работать. Так, $100. Но у нас еще две пустые полки. Так, яйца, молока, куча, сыра, куча, вода. Ты тоже дохрен. Смотри, у нас все дохрен. У нас ничего теперь не кончается. Чем заниматься-то? Макарон так вообще дохренище. Ну, можно кофе взять еще. Да? Надо лицензию еще одну брать. Давай кофейка да закажем. Чтобы был. Да, один кофеек возьмем. А? Ну просто всего по два, кофеек один. Вот так, отлично.
Всего по два, а кофеек всего один. Вот, смотри, да, они набирают товаров теперь прям очень много. Потому что что? Ассортимент. Вот, отлично. Картой наличие. $1. Забирай. Приходите к нам еще. Ага, макароны взяла. Еще что-нибудь возьми. У нас акция сегодня. Еще что-нибудь берешь и хвалят тебе. Так, без дачи. Приобретите новую секцию с помощью компьютера, чтобы расширить свой магазин. Но они хотят, чтобы я территориально его расширил. Ну, а мне смысл его расширять, если у меня здесь еще полки-то даже не все докуплены. Еще полка влезет. У меня два холодильника. Еще можно холодильник взять. Так, что я тебе должен? Без дачи уходишь. Слушай, а чего они стоят? Они, может, типа, чек ждут. Я понял, чтобы я пробил прям. Так, 74. 60. Все, уходишь. Чай, чай. Чай, чаечек. 6. 20. Ага. 13.40. Ну, блядь. Ты каждый день приходишь. Ты как успеваешь сжирать-то эти хлопья? Они по две пачки каждый день берет и съедает. Одна и та же приходит, я запомнил ее, я все время про нее, но она в красном. Как можно не запомнить? О, там в черном еще пришла, вот ее я не помню. Интересно, что возьмет. Так, наличка, без дачи, молодец. Угу. Смотри, они прям толпой фигачат. Может, обед на работе? Так, 16.90. Знаешь, есть же все равно... Есть определенные временные промежутки, когда покупателей приходит больше. Это, например, обеденное время, да, там типа у всех на работе обед. И все идут что-нибудь покупать в магазины, либо там в столовую какую-нибудь кушать. Вечером после работы, да, люди идут, и куда они заходят, соответственно? В магазин. А в дневное время как бы покупателей поменьше. Вот они что-то прям навалились на магазин там, ой, наверное, обед. Обед, наверное. Потому что вон, сколько... А-а-а, уже 6 часов вечера. 6 часов вечера. После работы, видимо. Все тогда понятно. Тогда понятно, почему. Свет включим сразу, раз 6 часов вечера. $300 у нас уже. Деньги отбиваются. Деньги отбиваются. Сколько лицензия стоит? По-моему, 450 или что-то такое. 350, кстати, можем купить скоро, скоро, скоро. А, нет, это не то. Блин, да, 400. Масло, мука. Так у меня есть и спагетти. А, это спагетти. А мука, по-моему, была же обычная. Там что, какая-то волшебная мука, может? Что ли, что ли, что ли? Пироги такие. Ага. Так, чекапики, чай, чай, вода. По карте. 28.30. Яйца взял. 10 центов, говорит, дай ему. Мужчина! Макаронник. Итальянец, наверное. Наверное, итальянец. Одни макароны взял. Все, 8-й уровень магазина. 10-й хочу. Мне 10-й нужен. Очень медленно все. Так, 21.70. Да бля. Да бля. Пузатенький. Масло, наверное, возьмет. Он пузатенький, он должен масло взять. Но мука тоже нормально. Макароны. Да, все калорийное. У меня для калорийности магазин. У меня все, смотри, хлеб. Майонеза только не хватает. Нужен еще майонез. Так, 19.70. Вода кончилась? Что? Когда они воду, блядь, все разобрали? Алло. А, уже 9 вечера. Ну, подготовил покупку хотя бы. Тише. Устал от вас. Устал я от вас, от покупателя. Отбою нет. Опять ФБРовец. Так, 2.40. Нельзя ошибиться, он из налоговой вдруг. Надо все до копейки ему отдать. Все, забирай. Слушай, а я могу, кстати, их обмануть. Ну-ка. Деньги вдавай. Я им ей должен доллар. Ну-ка, если я 50 центов отдам. Можно обманывать их. Так я так заработаю. Они жаловаться, наверное, будут. Ну, мы сейчас посмотрим в конце рабочего дня.
Вот 26-20. Ну-ка, я если не додам ему опять. 26. А 20 не додам. Ну-ка. Они жаловаться будут на меня? Типа, не додали сдачу, блядь. Ага. О-о-о, это ты набрал. Да, без сдачи. А как я тебя обману, если ты без сдачи? Все, хорош. Слушай, они что-то мне подскупили, все. Чекапиков мало. Много чего мало. Все, заканчиваем рабочий день, смотрим. Будут жаловаться. Товары не найдены. Сдача. Да нет, все устраивает. Так я тогда вас обманывать буду? Так а что мне, ну, мне смысл? Я просто вас буду сдачу не додавать, больше зарабатывать. Все будет супер. Все будет хорошо. Так, злаки и хлеб подорожали, а сыр подешевел. Злаки и хлеб. Злаки и хлеб. Злаки и хлеб. Запомнил? Запомнил? Злаки и хлеб. А злаки это кто такие вообще? Это вот эти? Да, реально, по 7.20. Не по 720. Жалко это. Хлеб тоже подорожал. По 4.7. Супер вообще. Так, смотрим, что кончилось. Кофе есть, сусу есть, масло есть, макарон. Да, в целом-то все есть. Ладно, давай пока не будем. Восьмой уровень. Воду. Вот воду надо заказать. Вот она кончилась. Прям совсем кончилась. Блин, а я забыл, что одна коробка, она как бы как двойная. Двойная. Да, эту тогда мы... Вот, как раз уголок, да, будет? Хранить коробку. Отлично. И что? У нас восьмой уровень. Начинаем следующий рабочий день. А они же что-нибудь скупят у меня. Давай посмотрим. Может быть, чего-то очень мало. Сусу много. Чекапиков много. Кофе нормально. Масло нормально. Да вроде всего нормально. Ладно, пофигу. Пофигу, погнали. Начинаем следующий рабочий день. Оупен. Оупен. А, могу лицензию купить. Лицензию давай купим. Посмотрим, что там есть. Подожди, где это? В менеджменте. Лицензия. Давай покупаем. И что? Маркетинг, давай новый товар глядеть. Глядеть, смотреть. Так, арахисовая. Мука. Оливковая. Соль. Рис. Спагетти. Так, немножко заработаем в таком случае, чтобы все... Только у меня все открыто. Где покупатели-то? Немножко заработаем. И сразу, чтобы всех товаров накупить. Блин, они мне сейчас будут говорить, что там этого нет, того нет. Я же лицензию купил, да? Они же типа теперь знают. Так, ладно. Вода. Деньги. 14.20. Хорош. О, набрал по карте. 43.70. Но это пока не рекорд. Пока рекорд покупка. Одна единоразовая покупка на 44 доллара. Но он был рядом с рекордом. 80 центов. А я тебе 50 центов дам. Все, иди. А вот, я же говорил, арахисовое масло хочет. А я не купил. Там сколько? 186 долларов мне надо. Чтобы закупить все, что нужно. Очка взял. Блин, так долго ходит, бродит. Сюда иди. О, молодец. Так, деньги дал. 25. 26. 20 копеек тебе не додам. Смотри, какая татуировка у нее написана. А, видал? По карте. 18.80. Спагетти нету. 21.80. Так, что они говорили? Спагетти нет. Спагетти нет. Сразу тыкнем. Арахисовая, это, да, это я помню, что ее нет. Кофе. Кофе кончается. Сразу дотыкиваем, чего кончается. Ага. Что еще кончается? Только спагетти-то бы... Ай, спагетти, это не такие спагетти. Все, я понял. 37.
Тык-тык-тык-тык-тык. Один доллар. На, забирай, ладно. Не буду тебя обманывать. Так как на тебя на один доллар-то обманешь? Смотрим, что еще из стандартных продуктов заканчивается. Так, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Карта. 27,60. Сыр кончается, вижу. Сыр кончается. Тык, раз, два, три. Все, забирай. Еще что кончается? Яйца есть. Молоко. Молоко кончается. Сколько надо? 286 долларов. Мне не хватает на закупку. Вы что так мало покупаете, блин? Так, 20 центов. Вы мне что-то вообще не окупаетесь? Как так? Ну я потратился на лицензию, да. 27,70. Ага. Вообще мало начали бы. Куда все покупатели поделись? Нормально. Вот. Хоть что-то. 27,20. Есть. Все, хватает, 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 хватает. Срочно заказываем. Не понял. Что не так? 204. А, там доставка платная еще. Алло. А кто знал-то? Еще одного покупателя нужно. Ну где все? Время 4 дня. Пришли, пришли. Я прям деньги хочу. Я хочу деньги. Хочу деньги. Хочу много денег. Так, 13, 20. 60, 60, да. Ага. Тык-тык-тык. 19, 60. Ага. Сейчас тебя обслуживаю и иду заказываю. А, без дачи. Все, кросс. И заказываю срочно. Купить. Как я задолбаюсь сейчас это все расставлять по полкам. Это в холодос. Это в холодос. Ага. А? Вот это какой-то новый товар. Спагетти. Офигенно. Так, что еще там? Это какие-то макароны. Вот они нафиг не нужны, по идее. Давай сюда доставим их. И вот сюда. Все, больше нету? Погодите, погодите, дайте хоть одну еще коробку расставлю. Сырок вот выставлю. Ага. Сырок хотя бы выставлю. Свет включим. И сейчас вас рассчитаю. Сейчас рассчитаю, не переживайте, стоят они уже прям. Вы откройте вторую кассу, вот это вот все. Началось. Кассир один. Я тут и полы мою, и все делаю один. Ага. Так, деньги. Без дачи. Сыр. Босики. 80. Хлеб, масло, карта. 8.30. Куда пошла? Покупай что-нибудь, давай. Все, у меня есть немного времени что-нибудь еще выставить. Это что такое? Это что такое? Это мука какая-то. Погодь, погодь. Арахисовую пасту сейчас возьмете, будете радоваться. Тык-тык-тык-тык-тык, кофеек. Это что за зеленые бутыльки? Это оливковое, офига красиво какое. Это тоже что-то непонятное. Я пока эти товары заказывал, они все другие товары уже разобрали. Это соль, наверное. Чё? Не дает выставить. А куда ее выставлять? Все, ладно, давай разберемся чуть позже. Покупатели тут пришли. 4 доллара тебе. Раз, два, три, 4. Забирай. Дальше. Следующий. Свободная касса. Яйца, яйца, деньги. 9,20. Ай, много, много. 20. Тык-тык-тык-тык-тык.
Удачи. Это в черном пати, да? Так. Все, рабочий день закончился. Че с солью-то делать? Ее куда ставить надо? А, вот. А почему она до этого не ставилась? Бред какой-то. Так, хорошо. Что у нас кончилось? Сыр есть, яйца есть, вода есть, молоко есть. Холодильник, в принципе, забит. У нас кончились полностью чекапики. А чекапики кончились. Где они? Ага. Чикапики кончились. Что еще кончилось? Сусу еще есть. Обычная мука кончилась. Вот это вот. Там есть волшебная мука, а есть обычная. А, чаек. Ну, можно чаек еще заказать. А? Мне кладовщик нужен. Что я все сам заказываю? Хлеб. Хлеб на... нужен, нужен. Хлеб еще. Масло есть? Обычное масло разобрали. Вот вообще, да? Что там еще? Ну, остальное вроде все. Да, остальное все есть. Вот новые товары, они еще все целенькие, еще не тронутые. А это что у меня в коробке здесь? Водичка! Так давай ее доставим. А? Там что-то стоит, наверное. Блин, одна водичка. Осталось не возникнуть туда. Ну ладно. Красиво. С тобой. Так, до Галины мы не добрались, да, получается, в этой серии. Ну, ладно, в следующей серии мы точно доберемся до Галины. Будет 10 уровень. Мы ее наймем. Я специально не буду тратить деньги. Буду попить деньги, чтобы поставить Галину. Вот, Галина Бланка Буль-Буль. Проверка на старость. Все, ребят, на этом серия заканчивается. Всем спасибо, поставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь. Переходите в Дискорд, в Телеграм. Что там еще? Группа ВКонтакте у меня еще есть. Все, на этом мы заканчиваем. Всем пока.